инвалидность – это также уникальность твоего тела, то, что ты можешь доказать другим, что ты не один, что ты не отличаешься, и ты не хуже других людей. Ильяс Габасов. Увлечение. Армрестлинг, вокал, плавание, художественное слово. Диагноз – эктродактилия. Девиз – «Я все могу». Мечта – стать успешным IT-специалистом. Ильяс родился без кисти рук. Когда мы проверялись, когда сказали, мы тогда в поселке Приютовой жили, нефтяной поселок, случился из-за экологической обстановки. Ну ладно, что сделаешь? Чуть больше обрыва сделаешь, Ильяс. Вот так. Молодец. Как ребенок, Ильяс очень старательный, целеустремленный, равносторонне развитый. Много сфер, где он хочет себя попробовать. И, конечно же, достигает результатов. Ильяс, скажи, пожалуйста, основные государственные символы Республики Башкортостан? Флаг, герб, гимн. А как выглядит флаг Республики Башкортостан? В классе, конечно же, ему стараются помочь, поддержать, если возникают какие-то проблемы или сложности. А так у нас все в классе равны, взаимоподдержка, помощь ко всем. Когда ты ребенок с ограниченными возможностями, когда ты проводишь к ним взаимодействие, начинаешь с ним дружбу с детства, тогда они понимают то, что ты такой же, как они. Он сам умывается, сам одевается, все сам делает. В этом году велосипед купили, это только так ездит на велосипеде. Я боялась, думала, не сможет. Нет, с первого, можно сказать, раза он поехал. Папе помогает, по огороду помогает. Нельзя. Но он же под защитой стоял. Раньше я не хотела вообще ничего делать, так как я считала себя, то, что я не могу делать, беспомощен. То, что зачем я такой. Но после этого, когда я узнал, то, что у моей сестры был одноклассник, которая была без руки, как я, он стал скалолазом. И после этого я понял, то, что надо достигать своих целей, как этот человек. Так, кисть здесь чуть-чуть, не надо, еще кисть. Не двигаться. Ready, go! Стоп! Победа. Молодец. Еще раз. Давайте в завязках. Ладони раскрыты, большие пальцы вверх. На бассейн я пришел в пятом классе, буквально в пятом классе. Я не умел плавать, я попробовал залезть в воду, уже боялся. Мне надели жилет, и я смог держаться на воде. Я пробовал плавать, боялся плавать горизонтально. Я мог только держаться вертикально. Через неделю я уже пытался нырнуть, и уже был прогресс. Я думал, на этом не останавливаться. Хорошо, молодец. Давай, отдышись и попробуем медленно на спине. Так, на спине аккуратненько. Главное, животик выше держи. Оп. Когда я еще был в первом, во вторых классах, я мог очень хорошо петь, и я решила дальше продолжать петь, чтобы доказать то, что даже такие люди по типу меня могут петь. Звук вперед, каждое слово четко проговариваем, да? Так было в России с далеких времен. Давай, и... Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Угу, спасибо. Звук вперед, да? Ты поешь немножечко внутри. Вперед. Так было в России с далеких... Чем выше давление, тем крепче бетон. Вперед звук, хорошо? Давай еще раз заново. И... Так было в России с далеких времен.
Чем выше давление, тем крепче бетон. Сначала я был слабым. Я не мог постоять за себя. Я не хотел другим навредить и вообще не хотела не иметь к ним никакого отношения. Но теперь, когда я доказал, что я могу сделать все, то, что я могу участвовать в спортивных секциях, то, что я могу выступать, то, что у меня есть такие же возможности, как и у других, теперь они сами понимают то, что я такой, как они, и меня больше не дразнит. Теперь я стал сильным, могу постоять за себя, и другие, что они будут говорить, мне не помеха. В садике было один раз, сказали: «Ильяс, а где у тебя рука?» Он на ходу придумывал: «Ох, собаки укусили». И вот так. Он не говорил, что родился вначале так. И все думали, что у него руку собаки откусили. Делаем вдох. Выпускаем, да? Хорошо. Взяли вдох хороший. Вот сюда набираем диафрагмальное дыхание, да? Сюда. Молодчина. И... «Пара барабанов била бурю». Пара барабанов била бой. Молодец. На одном дыхании. Он уже 5 лет занимается. Мы занимаемся актерским мастерством, сценическим движением, сценической речью. И есть, конечно же, результаты нашей работы. Мы ежегодно участвуем в республиканских конкурсах и всегда становимся лауреатами. Это гордость все-таки. Когда я начал учить и читать стихи про защиту Родины, мне это так сильно понравилось, что я решил продолжать дальше. И с некоторыми из этих стихов я вышел в созвездие талантов. Созвездие талантов мы узнали этот, во время встречи с Гульшат Ахатовной. Она приезжала к нам сюда, в Бишбуляк. Была встреча с родителями особенных детей. И она там предложила нам, кто хочет, поучаствовать в созвездии талантов среди особенных детей. Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, под порядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? Я выбрал номинацию «Художественное чтение». Сергей Михалков, «Детский ботинок». Это стихотворение о том, как мальчик в концлагере нашел ботинок, который снимали фашисты с жертв. Обладатели первого места в номинации «Художественное чтение». Габасов Ильяс, Бишбуляк. Молодец, умница. Ильяс был довольный. Говорит: «Мам, говорит, я не один такой, оказывается. Там, говорит, разные, особенные дети, говорит, слушали концерт, как поют, как рассказывают, как танцуют». На следующий год тоже подали заявку, тоже участвовали. Вот так подряд 4 года. Он довольный, он в этом году загорелся. Говорит: «Мам, говорит, я на следующий год хочу на гран-при». Этот портрет был снят в 9 лет. Когда я вместе с мамой приехал на фотосъемку, я выбрал себе костюм рыцаря. А также я выбрал себе гордое, грозное лицо. И с моим тем черным протезом, который я раньше одевал. Это мой основной протез, которым я одеваю на какие-то там мероприятия или в общественных местах. Но раньше я ходил с этим протезом. Сейчас он, конечно, сломался, мизинец, пружина отлетела. А так я с ним ходил. Следующая рука – это у меня рука на лямке. Она цеплялась за правое плечо. Я его одевал и... За счет того, что движение, я мог ею управлять. Сейчас. О, она маленькая тоже стала. Когда я тяну лямку, рука
раскрывалась. Когда я отпускала, она закрывалась. И моя любимая рука, которая раньше была, это мой бионический протез. Не знаю, есть ли на нем зарядка. Походу, нету. С ним я не смог работать, так как я не смог понять, как я буду открывать ее и закрывать. Я не чувствую, как открывать пальцы на левой руке. Поэтому мне было трудно ею пользоваться. Я ношу протезы, чтобы не отличаться от других, чтобы на меня не смотрели с удивлением или с страхом, чтобы на меня, так сказать, ни много внимания не привлекало. В проекте «Я есть» я приехала с мамой, и когда я пришел, я думала, что это за проект. Я не знала, что это такое. Когда я увидел людей, детей с ограниченными возможностями по типу меня, тогда я понял, что это, так скажем, мероприятие, созданное именно для детей с ограниченными возможностями. После этого я понял, что здесь я не один, что я есть среди других людей, что я не хуже других, я не отличаюсь ничем. Я хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто участвовал в этом проекте, кто вообще придумал его и организовал его, и кто его осуществлял. Огромная благодарность фотографам Илии и Наталье, которые смогли так отобразить душу ребенка, внутренний мир ребенка и дали возможность почувствовать себя тем, кем им хотелось бы быть. Я когда разговаривала с родителями, у кого особенные дети, но разные диагнозы, я спрашиваю, почему вы не участвуете в конкурсах? Они говорят, ну как, стесняемся, зачем, говорят, показывать на весь мир своего ребенка. Почему стесняться? Он же человек, он личность. Это же твой ребенок. Поэтому не надо зацикливаться на этом, на диагнозе. Надо участвовать. Благо, что у нас много конкурсов, много мероприятий для особенных детей. Я доказала то, что я могу участвовать на разных мероприятиях. Даже я могу участвовать в спортивных соревнованиях, участвую в проекте «Созвездие талантов», и я не боюсь этого. И этим я доказываю то, что любой человек может показать себя.